Так, в работе у нас Hyundai Accent. Тагазовский привез мне его мой сослуживец. Вместе служили в Мурманске. Не виделись, блин, 1000 лет, наверное, со службы. Так вот, у него мотор кипит, печка дует холодным, открыли капот, шланги все надутые. Вот он здесь раздулся. Я открыл расширительный бачок, мы ее запустили, и оттуда прям пузырит так, что прям кипит в бачке. Однозначно газы рвутся. Будем снимать ГБЦ, отправлять ее на шлифовку. Заодно сразу будем менять комплект ремня ГРМ, помпу, все сальнички, маслосъемные колпачки, притрем клапана. В общем, полноценная будет переборка. Вот, смотрите, сгнил, как у него шильда сгнила. Как будто крысы сгрызли. Так что так вот. Весь процесс, как обычно, сниму. Складывается ощущение, что крышка клапанная не подымалась из завода, что ли. Во-первых, я не мог сначала достать эти главпровода. Но они, правда, реально, я их пытался спасти, но я их час туда-сюда, ну никак. Мне пришлось их ломать. Будем новые заказывать, их никак. Ну не достать их было. Клапанную крышку в круг открутил, все, она мертва стоит. Я ее час аккуратно лезвием в круг всю, чтобы она отошла. Она вся тут трещит, что-то все. Очень сыкотно было, не хотелось ее сломать. Ну, по итогу я ее достал. Во. Вот прокладка. Вот она, все деревянная. И все ломается. Я ее достать вот по кусочкам не могу. Не знаю, сколько лет ее не снимали. Поэтому как-то так. У меня очень много времени ушло для того, чтобы снять прокладку. Ну, в смысле, крышку клапана. Так, ну вот, я все почти разобрал. Мне осталось поднять распредвалы. Скину сейчас ремень ГРМ, и все, можно голову поднимать. Смотрите, снял я пластиковые крышки все, что, ну, ГРМовские. И сейчас я покажу, что я увидел, я в шоке просто. Я думал, сюда никто не лазил. Вот ролик натяжной, там нет пружинки. Просто ее нету. Куда-то она делась. И кто-то когда-то, если менял ремень, то ли он ее потерял, без нее натягивал на глаз. Не готов утверждать, но по факту пружинки нету. Хорошо, я ее заказал оригинальную, новую, она там стоит 300 рублей, по-моему. Думаю, никогда их не ставил новые, думаю, пускай будет, заказал, а здесь вообще ее нет. Вот так вот, все, голову я снял. Значит, что мы видим? Почему-то первый цилиндр вымытый, но работали вроде как все цилиндры, все нормально. Единственное, что печку воздушило и газы рвались. Прикручена головка была, но вот я ее от руки все открутил. У меня один посередине только болт был хорошо затянут, все остальные от руки открутились. По прокладке я вот конкретно не вижу, чтобы где-то она там газами что-то рвалась. Прокладка как прокладка. По головке, если честно, тоже такого вот, ну, криминального ничего такого нету. Поэтому, ну, будем надеяться, что там микротрещин никаких нету в блоке. Отвезем голову, шлифанем ее. Соберем все по-человечески, поменяем маслосъемные колпачки, притрем клапана, ну и будем пробовать собирать. Блок уж снимать не будем.